Всем привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Меня зовут Наташа, и в этом видео я вам расскажу 10 самых крутых вещей, которые обязан иметь каждый сноубордист. Первая вещь, и она моя самая любимая, это, конечно же, goggles. Goggles, очки или маска, можно называть как угодно. И я считаю, что это самая важная вещь во всей атрибутике сноубордиста, потому что от этого зависит, насколько хорошо вы видите трассу, людей перед вами и окружающую среду. Вот так они выглядят. Это мои, я бы так сказала, единственные и самые любимые очки. Это Oakley. Они довольно-таки широкие. То есть я могу видеть, грубо говоря, на 180 градусов все, что происходит вокруг меня на склоне. И они вот так круто выглядят. Вещь номер два, она не менее важная, это перчатки на вот таких резинках. Для чего они нужны? Это для того, чтобы вы их не теряли. Очень много перчаток я видела на склонах, которые просто валяются. Это люди, которые теряют перчатки на лифтах, когда они поднимаются. Как пользоваться этими перчатками? Если с вашими перчатками эти резиночки уже не встроены, вы можете без проблем это сделать сами. Что вам нужно сделать? Это надеть эту резинку на запястье, затянуть, и все. Ваша перчатка никуда не денется от вас. Неважно, катаетесь ли вы в футболке, в толстовке или в куртке, эта резинка всегда идет поверх верхней одежды. И все. И вы также сделаете со второй рукой, оп, затягиваем, надеваем варежки, все, готово. Следующая вещь номер три, и это беспроводные наушники, или AirPods. Вещь номер четыре, балаклава. Эта балаклава моя самая любимая, она очень теплая, она очень большая, ты можешь носить ее поверх шлема, и она очень стильная, подходит буквально под все мои ботинки, перчатки, куртки, подо все. Вы можете эту балаклаву носить или вот так, или вы можете этот капюшон надеть поверх шлема. Вам очень тепло, уютно и в то же время это очень стильно. Пятая вещь из этого списка будет шлем. Так выглядит моя каска. Это Smith. Это одна из самых лучших компаний, которая делает каски. Она безумно удобная, стильная, теплая. Каски этого бренда идеально подходят под объем твоей головы, также идеально закрывают уши. Что самое классное в этом шлеме, это то, что вот эту заднюю часть, теплую и мягкую, можно снять вот так. Оп. И она вот так вся снимается. Вот так. Не менее важная деталь этого шлема, это, конечно же, его цвет. Он подходит просто ко всему. В принципе, так же, как и моя балаклава. Они идеально сочетаются друг с другом. Шестая вещь из моего списка топ 10 вещей – это верхняя одежда. Куртка. Куртка должна быть со специальным карманом для телефона. Это моя самая любимая куртка.
почему этот карман настолько важен? Потому что он находится на поверхности куртки. То есть вам не нужно расстегивать самую главную молнию, чтобы достать что-то изнутри. Если вы каждый раз так будете расстегиваться, то наушники, всевозможные шапки, самый основной лейер, то есть у вас все это будет всегда нараспашку. То есть такого лучше не допускать. В горах бывает холодно, бывает идет снег, поэтому лучше всего иметь куртку вот с таким кармашком. Седьмая, самая крутая вещь для сноубордиста, это тоже куртка или верхняя одежда, которая удлиненная. Если на куртке есть как, так называемая юбочка, это смотрится очень стильно. Восьмая вещь из моего списка 10 самых необходимых вещей для сноубордиста – это ботинки. Но не просто ботинки, а ботинки с вот такой системой. Я вам рассказывала в предыдущем видео, что эта система – одна из самых лучших систем, которая была создана. Это система BOA. Это система на лесках. Нога в этих ботинках держится лучше всего. Девятая вещь – это пас. Или лифт пас, сезон пас, его называют по-разному. Их очень много существует разных видов. В моем случае это у меня Icon Pass. У меня обычный Icon Pass Base. Пас включается около 42 различных зимних резортов, как в США, в Европе, в Австралии, в Японии, в общем, по всему миру. Ты когда приезжаешь на резорт, тебе не нужно стоять в очереди, чтобы купить билет на подъемник. Ты просто держишь вот эту карточку у себя в кармане, и ты идешь напрямую уже к лифтам. Это сохраняет тебе час минимум. Десятая вещь из моего списка 10 самых крутых вещей, которые должен иметь каждый сноубордист. У меня этой вещи сейчас нет на руках, чтобы вам ее показать. Называется машина. Машина, которая будет четырехведущая. Четырехведущая очень важна, когда ты постоянно катаешься. У нас, допустим, в Калифорнии, если выпал снег, у нас стоит пост перед подъемом, и каждую машину проверяют, четырех она ведущая или нет. Если не четырех ведущая, то если у вас цепи, заставляют надевать их перед подъемом. Спасибо большое за просмотр моего видео, и я надеюсь, что все эти 10 вещей, про которые я вам рассказала в этом видео, вы обязательно приобретете к следующему сезону.